Приветствую вас, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про новый режим «Лес чудес». Но вначале традиционно покажу трех победителей по 500 золота из Ютуба и трех победителей по 500 золота из ВК-видео. Если вы играете на Рубай-регионе, вы тоже можете принять участие в розыгрыше золота. Это сделать очень легко. Просто пишите комментарий, в конце не забывайте свой ник, чтобы было понятно, куда отправлять. Но ники нужно писать правильно, если у вас по краям есть подчеркивание, то пишите свой ник в скобочках. Также не забывайте увеличить свои шансы для победы. Для этого нужно поставить лайк и подписаться. Ну а теперь расскажу вам про событие «Лес чудес». С 13 сентября 12 МСК по 17 аж октября 23.59 МСК будет проходить данное событие. На сайте есть новость «Лес чудес», и в ней появится завтра 12 МСК задания. Их будет 15 штук, 12 основных и 3 дополнительных. В принципе, проходите эти задачки, получаете наградки. Похожее событие у нас было с Тимуром, где тоже было 12 задач и 3 дополнительных. Или сколько там было задач, я точно не помню. Но это еще не все. Если вы все задания выполните до 18 сентября 12 МСК, то вы принимаете участие в розыгрыше 1000 танков К2. К2 это прем-танк 8 уровня, советский тяжелый. Этот танчик можно было в феврале получить на аукционе. А теперь вот в челлендже разыгрывается 1000 таких танков. А если вы еще и один из первых пройдете это, то первые 250 человек самых быстрых автоматически получат этот танк. Остальные же танки будут разыгрываться между всеми, кто до 18 числа выполнит все задания. В принципе, правила очень простые и понятные. Я считаю, что получить танчик К2 в коллекцию это очень круто. А если есть люди, которым еще и понравился этот танк, то вдвойне. Но это еще не все, есть еще и для контрибьюторов челлендж. Если они до 18 числа выполнят все задания, то у них будет возможность разыграть Шкода Т-56. И в зависимости от уровня контрибьютора, можно будет разыграть от 1 до 3 танков Шкода Т-56. Я со своим вторым уровнем смогу вам разыграть 2 танка, если выполню до 18 сентября все задания. Завтра стартуют эти задачки, я постараюсь их все как можно быстрее выполнить, чтобы была возможность разыграть вам 2 таких сильных прем-танка, которые сейчас нигде не возьмешь. Я считаю, что такое пропускать, будучи стримером мира танков, нельзя, поэтому постараюсь разыграть вам 2 таких сильных прем-танка. Вот, в принципе, все условия данного мероприятия. Я считаю, что добавление челленджа в такие простенькие мероприятия, где мы выполняем задачки с сайта, это очень круто. Еще, наверное, я обязан поговорить кое о чем. Будут, наверное, люди, которые напишут комментарии, что «А вот у нас на ЕУ проходит событие Waffentrager'а». С 25 сентября там, кажется, запускается у вас режим Waffentrager'а. Там будут новые лутбоксы с новыми прем-танками, сам режим с Waffentrager'ом доработанный, там какие-то новые танки в этом самом режиме и так далее. Ну да, эти два события несопоставимы. И дальше что? Но это все вкусовщина. Мне, допустим, режим Waffentrager'а шо-шо-шо-ехал. А вот новые прем-танки — это новый контент и возможность постримить и поделать видосы. Это, конечно, упускать не хотелось бы. Но я уверен, что куда-нибудь дозасунуть новые танки, когда-нибудь что-то да будет. Сомневаюсь, что разработчики упустят возможность что-то где-то попродавать, когда им там надо будет. В каком виде они это будут делать, ну в каком захотят, в таком и будут. А вот сам режим Waffentrager'а, как вы некоторые пишете, что я там в нем отдыхаю и так далее, ну, отдыхайте, как вам нравится. Никто вам не запрещает пойти на ЕУ, скачать клиент бесплатной игры, создать в бесплатной игре бесплатный аккаунт и поиграть в вашего Waffentrager'а. Что касаемо меня, я могу скачать другую какую-нибудь игру и в ней с кайфом отдохнуть, или фильм посмотреть, или чем-то еще позаниматься. Мне сам режим Waffentrager'а, ну, обычный режим, ни о чем не особо мне интересен. А вот прям танки или новые танки показать вам и самому посмотреть, это интересно. Но я уверен, что по-любому у нас тоже где-то да будут какие-то новые танки. Чтобы в этой игре и не было новых прям танков. Ага, сейчас. Там этих новых танков можно наклепать еще сотни, если не тысячи. Там еще на миллион лет вперед. Там есть сайты о танках, которые еще можно сделать. Там этих танков просто такие рулоны, прям свитки целые. Километровые, сколько еще танков можно сделать? Многобашенных, плавающих, летающих, прыгающих, огнеметных, неогнеметных. Там еще столько этого всего, что не переживайте. Если вам надо будет новые прем-танки продать, в день вам штук по 100 могут продавать, еще пару лет.
вообще не вижу в этом никакой проблемы. А режим, ну у нас вон натиск включен, стальной охотник включен. Куда еще сверху Вафентрагер включать? А в рандоме будет полтора Петровича играть сами с собой. Сколько времени Wargaming делал режим с Вафентрагером? Сколько раз он его дорабатывал, переделывал и так далее? А Леста за полгода должна была на коленке с неполным набором разработчиков взять и сделать режим вам и с Вафентрагером, и Мирный 13. И еще, наверное, что-то должны сделать. И танки нарисовать новые, и 3D стили, и весь баланс в игре починить. И то, и сё, и пятое, и десятое. Я от Wargaming-то не особо что-то ждал. И они там много лет что-то там клепали и клепали, и ладно. Тут Леста пришла за полгода, сейчас она все починит. Я этого даже и не ждал. Если вы на что-то там надеялись, то я не знаю. В общем, не знаю, событие само по себе неплохое. Да, ничего нового оно не приносит, но ажиотаж и интерес вызывает. Поэтому я принимать участие буду. Если вы хотите, тоже с легкостью можно принять участие. Если вы просто играете в игру, не забудьте зайти на сайт, просто клацнуть на задание, чтобы оно включилось. И все равно, играя в игру, оно и будет выполняться. Если вы много играете, то до 18 числа, я уверен, вы по-любому их выполните. Если в награду что-то получите, то ну точно ничего плохого от этого не будет. Ну и потом сверху еще я вам разыграю две Шкоды Т-56, что вообще невероятно. Где, во-первых, такой танк взять сейчас, а еще и на халяву в розыгрыше получить. Я думаю, что эти два человека, которые у меня на канале получат этот танк, будут рады получить такой танк. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем удачи. Пока.